УУ «Саунд» – это первый фестиваль в Бурятии, который направлен именно на современную музыку и начинающих артистов. Организаторы «Бурятская филармония» хотят найти новые и интересные лица. Но началось все с Великобритании. Все началось именно с этого, да, с идеи пригласить британскую группу в рамках года британской музыки в России. Идея была давно, но таким сильным толчком для того, чтобы наконец-то это осуществить, послужил грант посольства Великобритании. Ну, то есть мы выиграли этот грант. Сразу после этого фестивалем заинтересовались организаторы международного форума «Коллизиум». В партнерстве с ними филармония не только проведет концерты, но и организует лекции для тех, кто варится в музыкальной индустрии. Вот как раз такие образовательные форумы, да, они служат для того, чтобы научить, как даже он может быть мега талантливым, да, но куда двинуться, как записать, как себя преподнести, чтобы как можно быстрее был вот этот, короче, этот путь каким-то большим сценам. Музыканты смогут днем посещать лекции и встречаться с этими специалистами, которые им расскажут, например, как продвигать свою музыку в интернете, как заниматься продажами билетов на концерты. Пока филармония активно принимает заявки на участие от музыкантов, хедлайнер фестиваля уже известен. Он действительно очень уникальный артист. И мы пригласили его, и он с удовольствием согласился приехать. Моя сейчас главная цель – это призвать всех музыкантов, которым интересна вообще эта тема, этот фестиваль «УСАУНД», образовательный форум «Коллизиум», чтобы они подавали заявки. Заявки можно найти, форму заявок, на сайте Бурятской филармонии, на страницах в соцсетях и на сайте форума «Коллизиум». С 27 по 29 февраля фестиваль будет проходить в клубах нашего города, в лектории этномаркета «ЗАМ» и в самой филармонии. Большой концерт состоится в ФСК. Возрастное ограничение 12+. Мариам Васканян, Ардем Гармаев, телекомпания АТВ.